собрание. Что, ребятки, едем в Сумы. Полтава нас провожает. Дождем. Да, блин, поспали 2 часа, писали всю ночь матеру. Нихера не написали. Написали, все будет круто, короче. Такие шутки развалим, накачайте пресс, отвечаю тупо сразу. Вам смешно, а зато я не утону, если мы воду упаду. Я всплыву головой. Вот такой вот деморочек сегодня будет. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Промокнем под дождем. Ну что, привет, столица! Какая столица? Мы в Сумах вообще-то. Так, где билет на Полтаву купить? А, там. Приехали в Сумы, у меня сломанная рука. Милыш только чуть-чуть ногу не сломал. Денёк начинается вообще прекрасно. Короче, опять у нас двухэтажный дом. Короче, ну типа, блин. И типа, короче... Ну, короче, зато есть барная стойка, а Владзе будет рада. Давайте дальше ревизию проведем. Я, короче, уверен, что Абладзе сегодня будут пиджейкой танцевать. Да, стиль собачки. Короче, ребят, что приехали? Да! Благословляю на рейх! Ехали в Сумы. Ехали в Сумы, приехали в Киев, пожалуйста. Опа. Софийская площадь. Площадь, собор. Только вышли с нашей квартиры, сразу встретили вот этих парней. Ну как вот этих, одного, по крайней вот мере. Этого парня. По телефону говорил, говорю, где вы живете? Говорит, ну где-то вот там. Я чувствую. И что на перроне встречать не пришлось. На кровь стол, впереди за любовью будет хорошо, все будет хорошо. Очень твой на колене загуляю. Хорошо, все будет хорошо. Очень твою я, девки, загуляю. Вот загуляю. Пацаны, подъем. Ты не умеешь пить. Но как-то некрасиво лечить за одного. Но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть и будет хорошо. И будет хорошо. И будет хорошо. Пацаны, подъем. Хорошо. И будет хорошо. Хочешь твою я, девки, загулять. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо. Все будет хорошо. Что ты делаешь? Твою я, девки, загуляю. Здоровочек, ребятки, 2 число, день игры, мы идем на вторую редактуру. Ребята, а тут самая лучшая шаурма в Сумах, я вам честно скажу, да. Дуже классная шаурма, всем советую. Влада, что у меня по прическе? Нормально, 3 гривни проезд тут стоит. Да? Да? Класс! Мне тоже в Полтаве 4. Тип. Шутер. Есть таких, кто платят. Ничего, я устал. Милуш, ты платишь? Не, я Милуш ничего не знаю. Да, Миша. Да. Их настроение? Отлично. Готовы рвать и метать? Так красиво смотришь на фоне березок. Куда? Ребят, мы, короче, подходим. Куда? Уже, я думаю, туда. Мы, короче, ребят, уже подходим к СУМ-ДУ. Микрофон закрыла? Мы подходим к СУМ-ДУ.
Сейчас 3, 2, 1. І будемо, коротше, ретачитися. Там-там-там. Наш зал, де ми будемо виступати. Пожалуйста, ось сцена. Цікава ситуація. Я вообще не понимаю, зачем мы сюда приехали. Вообще не понимаю, ну, как бы. Давайте все вместе, да? А мы с тобой не пара. На сцене еще один гость, еще один новички нашей лиги. Команда собрания, город Полтава. Встречаем. Фестиваль встречает команда из Полтавы. Намерены его скачать провинциалы. Расскажем про наш город, улыбнем ваши лица. Ну что, согласиться, готовы веселиться? Я тебя сейчас ударю. За что? За ВДВ! Боже, какие же вы тупые! Кто-то сказал модель? Лёш, а где ты Порш? Порш, Порш. А где ты Порш? Порш, Порш. Чё ты вышла? Я моделя. Ты не модель. Я моделя. Нет, ты не модель. Я тебе сейчас руку сломаю. Ты ей лучше поверь, кстати. Цыган правду говорит. Диана, вот вы мне нравитесь, конечно, с одной стороны. А с другой? А с другой у вас лицо. Команда КВН собрание собрались наконец-то. Поехали! Да! Парень всю игру на тебя смотрит. Мне нужны домогательства. Может, доказательства? Я все правильно сказала. Команда КВН собрание. Ну, вот такой вот юмор. Ну что, хорошо, вроде выступили, зашли, слава богу. Просто пау-пау-пау, собрание в здании. Вы знаете что, ребят, потому что собрание первый раз выступили все команды трезвые. Да. А сегодня напьюсь, вот напьюсь, скажу, что. Добрый вечер и до завтра. Девушка, а можно я тут малёха лошара? 30 гривен! 30 гривен! Я, говорят, главное не победа, главный участок. А то, что нам їсти сьогодні нема чого, так це нормально, да? Можете з'їсти мене. Ну що, во-первых, четвертуха через місяць, во-вторых, ми пройшли в сезон. Сейчас едем на Бильбоу. Какой-то там. Ну что, Ребзи, за прохон в сезон. В сезон. В сезон. Поехали. Welcome to the party. Как так вышло, что вечерний вечер попали в сезон? А как так вышло, что гостиница 72 с такой хуйней прошла в галку? Скажите, пожалуйста, где можно решить билеты на сумской стендап? Я смотрю, тебя интересует хуйня, тебе вечерний или вечер, наверное. Kids were laughing in my classes while I was scheming.